Мираж Танидзука и Киброид, и мы продолжаем онлайн-мясо по игре Battlefield 3. Сейчас у нас будет операция «Штурм» в метро. «Штурм» — операция «Метро». Блин. Операция «Штурм» в метро. Ну, как назвать этот «Штурм»? Это у нас что, или как? Чтобы никто не догадался, в метро. Что? Вообще «Штурм»... А, режим игры «Штурм» называется. Режим игры «Штурм». Ну, а в жизни это как «Штурм»? Ну ладно, пофиг, короче. Ну, это обычный режим — атаковать ящики. Ой, блин, сейчас тут меня будут очень долго убивать, пока я буду добегать до точки А или Б. Так, может тогда взять что-нибудь более далекостреляющее. Так, ну я как всегда вначале покинтерю. Когда я уже разработаю наконец эту СВДшку. А я вообще ничего не разрабатываю. Тупо бегаю с тем, что есть. Ну, ты зря, потому что надо... Надо подбирать себе свое собственное оружие, с которым тебе будет лучше всего. Я что-то... Это надо где-то заходить, да, в какой-то раздел менюшки там. И пытаться апгрейдить, да, или что-то. Просто что-то времени не было как-то поковыряться в этом, разобраться. Возможно, там дробаш можно уже как-то улучшить. Кто его знает. Там дофига других дробашей. Мне этот нравится. На любой вкус. Ну да, твой дробаш, он такой самый стандартный, самый, как бы сказать, балансированный. Твою мать. Говорится, нафига чинить то, что уже работает. Ну, его можно, опять же, да, улучшить, навесить на него всяких прибамбасов, сменить тип боеприпасов, опять же. Вот еще целая история, чтобы мне там разобраться. Ладно, блин, что-то как-то вообще не получается пока дойти до туда. Стреляет, мать его. Итак, я в самоубийственной атаке, пытаюсь заминировать Б. И у меня это получилось. Так, я меня бегу, убили. Туда. Там к тебе бегут, кстати, чувак. Успел. Что-то да, взорвало? Разминировали. А, разминировали? Да сейчас. Жалко. Очень жаль. Зато я повесил маяк возрождения в очень хорошем месте. Блин, а я не видел. Там кто там, блять, он делает, сука? О, кто-то заминировал точку Б. Специально, кто, чтобы, блядь, никто не мог. Чего там лупит? Так, я ползу снова к точке Б. О, у нас А минируется. Внимание, взрывчатка заложена. Прием. Внимание, противник обезвредил заряд. Прием. Так, обезвредили, сука. Так, приближаемся потихонечку, да, берем в клешни эту точку. Ой, 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 мимо нас бегут враги. Ай, мать твою! Ах, жесть. Итак, я опять ломанулся на Б! Блин, я пока валяюсь тут, ничем помочь не могу. Где там точка этого возрождения? Я опять ее заминировал! Но давай, меня взорвали, давай, как я и предвидел. Взрывай эту суку! Гранату! На, пидоры! Ну чё, стреляйте, кто туда, стреляйте, кидайте гранаты, не дайте им разминировать. Нет, гранаты, гранаты кончились! Молодец, молодец! Сука! Взрывайся, падла, взрывайся! А, чёрт. Еее! Ура! Мы это сделали! Так, чё? О, где он, падла?
Где эта сука? Вон осторожно, карте. Рядом с тобой! Дофига врагов! А, вижу сзади, блядь, сука, на радаре появились! Блин, пень за врага принял, вот я уже все у меня. Не-не, кто-то на радаре у меня светился сзади точно. Вон он, сука. Есть, падла. Так, что, мы уже в метро залезаем, да, по-моему? Да, мы, по крайней мере, пытаемся это сделать. Сейчас я опять полезу в эту кишку, где обычно заседает мега-кемпер какой-нибудь, попытаюсь его снять, если он там есть, конечно. И он там... Внимание, нет, там никого нет. Точнее, там есть, но он наш. Блин, у меня совершенно неподходящее оружие для этого. Опа, что это было только что? Так, ладно, отдаю приказ на заминирование А. И вперед. Опа, опа, стой, 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 сволочь, на тебе. На, и тебе тоже не успел. Там есть кто у тебя около трупа? Блядь, ты гранату кинул. Это твое тело полетело. Да, мое тело тут упало. Я думал отомстить за твое тело, но. Короче, не получилось. За мое тело. Надо вообще дробаш был брать сейчас. Сука, ложись, гранату! Минирую, а? Давай, давай, давай. Граната кинули, граната, граната! Ай, блядь! Я вижу, вижу. А, я успел или нет мину поставить, интересно. Что-то запипикало, может, поставил? Нет, похоже, не успел. Нет, я имею в виду другую мину. А, понял. Противник обезвредил заряд, прием! Суки. Так, судя по всему, там разминировали. Залезайте, блядь. Но ничего, чувствую, этот раунд мы сможем выиграть. Ой, тут много народу. Блять, он там черт! Это, кстати, какой-то русский чувак нас грохнул. Что-то знакомый ник. Возможно. Рус Хоук. Что-то очень знакомое. Кстати, он случайно нет ли у меня его друзей? Кстати, друзья, обращаюсь к подписчикам канала Игрофильмы. Некоторые хотели устраивать как бы совместные игры, запись с подписчиками. Так вот, я подумал насчет того, чтобы, возможно, создать специально отдельный аккаунт для подписчиков, куда вы все могли бы ко мне добавиться, друзья, и мы тогда смогли бы вместе играть в такие игры, как Battlefield, там, Killzone и все прочее. Так что напишите свои комментарии на этот счет под этим видео. И я, возможно, создам отдельный аккаунт тогда. Черт! Я только хотел за тобой родиться. Блин, я только что хорошо так заминировал Ашку и даже успел убрать там одного человека, который посягал на нее, но так никто не пришел мне на фон, один я ничего не мог сделать. Жалко. Друг друга завалили. А, понятно, это я всаживал пулю уже в бездыханное тело. Подожди, тело, сейчас за тобой буду рожаться. Да на тебе тоже, сука.
Надя, патронов. Ой. Ой. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Блять, кого-то я убил нечаянно своих. Извини, парень, я этот... Видел. Сори. Не знаю, чем вам помочь, пацаны. У меня аптечки нет даже. Не знаю, чем вам помочь. Типа, если мы проиграем, это ваши проблемы. Да, был бы я медиком. Чёрт, он нас обоих убрал, а? Ладно, надо брать дробаш, короче. Что ж тебе мешает начать прокачивать медика? Да, блин, моя лень, ёп. Она во всем. Моя твоя, не понимай. Так, давай. Погнали. Слушай, я меняю свое мнение, возможно, у нас ничего и не получится. Ну, елки-палки. Ты меня расстраиваешь. Ну, а что поделать? Я сам себя частенько расстраиваю. На тебе. Бляха, муха, ну что ж такое-то, блин? Ты там жив? А, нифига! Его возродили, меня убил бывший труп, нормально. Да, вот так вот бывает. Кстати, ты смотрел новый этот любительский фильм по игре по Killzone? Да, смотрел, а то. Ну вот новый, который недавно вышел. Да, конечно. Ну как тебе? Да супер, супер, офигенно. Да, меня все больше и больше радуют такие любительские фильмы. Я в свое время вообще притащился от Metal Gear. Ну, смотрю, технологии еще больше выросли. Так что я надеюсь, что когда-нибудь мы увидим, что... Блин, кто-нибудь вообще настолько крутое. Меня порадовало, что там очень много всего взяли сетевых режимов, как бы там снайпер невидимый, возрождение, там медик сам себя возродил. Да, 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 но вот то, что вот этого невидимого снайпера почему-то все прекрасно видят, это что-то слишком. Ну, он потому что бежал, по-моему. Ну и что? Его не видно только, когда он это самое, когда он стоит на месте. А когда он... Там, понимаешь, в чем прикол? Там невидимость совсем не киллзоновская, вот в чем беда. Ну, совсем по-другому смогли... должен быть невиден. Такую сделали. Ну так-то да, они молодцы по-любому. Хилгасом такой в конце этот оказался. Мощный такой. Да, это Кирадык. Кто там? Блядь, сука, мать твою! А был еще фильм про киллзону, только там чуваки в противогазах бегали, а не в таких нереальных шлемах хилгасовских. Ты на то смотрел, да? Killzone Extraction назывался. Я там выложил ссылку на второй фильм, он вообще коротенький, но там тоже совсем все неплохо, и да, хилгасы там такие халтурные. Взрывчатка заложена. Прием. Ну да, вот я смотрел, вот, ну тоже вот, заложили неплохо, ссылку. Там они, чуваки, спецэффекты неплохие делают, но просто у них не было костюмов нормальных. Мы, наверное, про разные фильмы говорил, потому что там хилгасы все-таки есть, красноглазые, но у них как-то уж... Ну да, я про это и говорю. У них там просто видно, что это чуваки в противогазах, на самом деле, с красными глазами. Там нереальные шлема у них. Ой, мы взорвали цель А. Может, мы все-таки успеем взять цель Б, а? Я сейчас попробую сделать все от меня зависящее. Опа, там снайпер. Твоя амуниция. Нас трое осталось, всего трое, черт побери, двое. Ой, я аж двоих убрал, у меня тоже. Ай, мать твою! Ну, 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 сможем, мы сможем. Не смогли. Черт! Когда опять он на втором двигает месте. Ну все понятно. Я просто тут поясню, что я откровенный лошара, и если я на втором месте, то это значит, что со мной играют еще большие лошары. И поэтому мы просрали, скорее всего.
А мне нравится играть с лошарами, с ними я чувствую себя как бы в своей компании. Ну, то есть, как бы так-то да, но хочется хотя бы иногда выигрывать. Я чувствую себя отшельником. Так, ладно, на этом этот выпуск завершается, друзья. Оставайтесь на канале Игрофильм, встретимся в следующей серии онлайн-мяса.